Более 3000 общественных наблюдателей обеспечат законность и открытость выборов президента Российской Федерации в Приморье. Сейчас у активистов идет обучение, после чего они будут находиться на избирательных участках. Всего в крае в период выборов откроют 1265 стационарных избирательных участков. Прозрачность и чистота выборного процесса – это то, что волнует. И поэтому здесь сама суть наблюдения и основная задача его – это содействие избирательному праву граждан. И поэтому вот это наблюдение, конечно, оно должно строиться на достоверности, политической нейтральности, объективности, профессионализме, компетенции и эффективности. В ближайшие 2 недели обучающие семинары для наблюдателей состоятся в 31 муниципальном образовании Приморья. Губернатор Приморского края поставил нам задачу подготовить 2500 наблюдателей, которые обеспечат работу всех избирательных комиссий на территории Приморского края. Для этого среди всех членов общественной палаты мы выбрали 4 квалифицированных специалистов, которые прошли обучение на федеральном уровне. И начиная с сегодняшнего дня мы будем учить общественных наблюдателей для избирательной комиссии Приморского края. Напомним, правительство Приморского края ведет большую работу по обеспечению безопасности граждан во время выборов президента России. Помимо общественных наблюдателей, на участках установят систему видеонаблюдения и металлодетекторы. Артем Белов, Елизавета Драгомирова, новости на 8.